Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222-55-00. Казань-Экспо. Четвертый, последний и самый ответственный день соревнований. Больше возможности доказать, что именно они лучшие, участников просто не будет. Это компетенция изготовления прототипов. И здесь за медали борется наш татарстанский представитель сборной России Айдар Минеев. Он спокоен, движения четкие и уверенные. За спиной татарстанца уже собрались соперники. Все снимают на телефон. Видимо, чему-то учатся. Даже это и не заметил. Вот, потому что я был сконцентрирован на работе. Просто перенимают опыт. Обязательно два кармана, два рукава, пиджачный воротник. А вот Эвелина Алтунян уже может показать свою готовую работу. Это пальто девушка из Татарстана сшила во время соревнований. Пока она работала, родители были рядом. Это просто не передать, конечно, эти эмоции. Очень переживали, очень. Ну, бессонные ночи как-то. Но сегодня, конечно, последний день для нас был самый страшный. Прямо сейчас мы находимся возле одной из самых красивых и эффектных компетенций. Это ландшафтный дизайн. Только посмотрите, как работают молодые профессионалы. Кстати, эта работа нашей российской национальной сборной. Хочется сказать, что очень круто действуют ребята. Обратите внимание, какое большое количество зрителей следит за всем происходящим, как за самым настоящим шоу. И, кстати, мы услышали, многие подшучивают. Эх, таких бы мастеров да к нам на дачу. И невозможно не согласиться, ведь ребята действуют очень профессионально. Ближе к финальному свистку этот павильон стал больше напоминать футбольный стадион. Россия! Россия! Сами участники сборной России такой поддержкой были приятно удивлены. Поддержка очень помогает, потому что ускоряешься и понимаешь, что за тебя болеет вся страна. Не эмоциональный сильный человек, но здесь я прям вообще растрогался, расплакался. Последний день везде борьба за медали, но атмосфера, несмотря на это, на площадках дружеская. Кто твои самые главные друзья среди вот соперников? Японец, китаец, кореец. А почему азиаты именно? Потому что по нашей компетенции все азиаты очень сильные. Татарстанцы на чемпионате и медициной занимались, и сантехникой, и неисправность тракторов определяли. Я потратил 3 часа. Были проблемы с тем, что машина не... у машины не было зажигания, машина не запускалась. Соревнования закончились, теперь и с друзьями обниматься можно. В компетенции мобильная робототехника сборную представляют сразу 2 татарстанца. Это Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов. Выступлением довольны и поддержкой болельщиков тоже. Очень много ребят с 2016 года, когда мы выступали в Гетеборге, в Швеции, на Евроскилсе. Очень много ребят приехали поздравлять. Приехали поддерживать, очень приятно. Теперь нашей сборной остается лишь отдыхать и ждать завтрашнего дня. Результаты чемпионата организаторы озвучат на церемонии закрытия. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.